Здравствуйте, меня зовут Анжелика Коваль, и я вот уже более 5 лет занимаюсь практиками повышения осознанности. И сегодня я хочу пригласить вас на свой вебинар, посвященный техникам медитации. В нашей жизни очень много стресса, он поджидает нас кругом, в транспорте, на работе, в семье, мы испытываем массу негативных эмоций. Это порождает в нас беспокойство, напряжение, постоянный фон какого-то скрытого негатива. Научно-технический прогресс принес нам массу питания, крышу над головой. Он решил проблемы нашего тела, но при этом мы стали подвергаться большой нагрузке информации, эмоций, различных негативных состояний. Как с этим совсем жить? Что делать? Как сохранить нервы в порядке в этом нашем сумасшедшем мире? Я нашла для себя очень простой метод, очень простой выход, и хочу познакомить вас с ним. Это техники медитации. Они доступны для каждого, очень просты в применении и не требуют много времени. Я всегда очень много работала, я была загружена своей работой, и для меня было очень важно найти такие техники, которые, во-первых, не отнимали бы много времени, во-вторых, были бы просты в понимании, не требовали большого массива информации для изучения, для овладения ими. И третье, и самое главное, чтобы они работали быстро, давали результат сразу, а не когда-нибудь через десятилетия их использования. И попробовав сотни различных методик, я вычленила для себя несколько самых эффективных, самых-самых моих любимых, которыми я пользуюсь практически каждый день. И на своем вебинаре я хочу познакомить вас с ними. Мы обязательно затронем вопросы того, как правильно настроиться на медитацию, как войти в нее, погрузиться глубоко, но при этом за достаточно короткое время. А также поговорим о том, как правильно выйти из медитации, для того, чтобы сохранить максимум ее эффекта. Я хочу, чтобы этот вебинар стал для вас открытием нового, лучшего, более счастливого мира и более спокойной жизни, где места стрессу уже просто не будет. Приходите, мы будем учиться вместе с вами, как сделать нашу жизнь более прекрасной, более счастливой и полностью свободной от любого стресса.